Всем привет! С вами ваша Танюша. Сегодня мы будем делать распаковочку долгожданной посылки из магазина «Любимый Василек». В распаковке со мной будет принимать участие моя любимая мамуля Надежда Петровна. Нам пришла посылка. Вот эта посылочка просто нереальная! Ой, тут что-то все сложно как-то. Как это открывается? Блин, а это какой-то прям пломба здесь такая серьезная. Ее ж так просто не открыть. Ее надо, видимо, секатором, да? Как-то герметично запаковали, да? Веревочку перережешь. Не перережешь, я просто разрежу мешок. Достаем. Давай я помогу. Давай. Я буду мешок вешать, а ты... Он тяни на себя. Ну-ка, помогай, держи, чтобы я не порезалась. Пришло, наконец-таки, долгожданное. Всеми, наверное, долгожданное. Одеяло! Одеяло, одеяло. А вы знаете, для кого это одеяло? Это одеяло для Георгия, моего любимого племянника. Я заказала вот такое одеяло «Караван». Это одеяло идет из верблюжьей шерсти. Оно очень хорошо держит тепло, под ним не потеешь. Оно очень полезное для костей, для суставов, там при каких-то там... В общем, оно не просто греет, оно еще и полезное одеяло. Оно еще и как бы способствует какому-то там развитию там правильному. В общем, и нормализации сна. Оно обалденное. У меня точно такое же одеяло, но у меня размер двухспальное, а это я заказала размер полуторка. Да, полуторка. Здесь 140 на 205. Одеяло «Караван». Идет оно в чехле. Сейчас я вам покажу, в каком. Убойный чехол вообще, на самом деле, я довольна. У него очень хорошая строчка. Давай. Смотрите, оно вот такое вот стеганое, такой классический бежевый чехол. Вот такое оно толстое довольно-таки, ну как, в меру оно такое плотное, но оно вот очень легкое, оно просто вот, ну, невесомое. Да, мам? Хочу, возьми, попробуй. Вот. Ой, лёгенькая. Но оно очень теплое. И в нём, под ним, вот, знаете, ну, тепло реально уже проверено мною. Не выпускается никуда. А за счет вот этого вот стежки, да, оно можно его стирать. При 30 градусах его можно стирать в стиральной машине. И оно никуда не собьется. Вот это вот наполнитель никуда не денется. Очень классная вот такая отстрочка. Сейчас я вам покажу поближе. Здесь все вот так. Одеяло это идет, заметьте, вот в таком хорошем чехле, в полиэтиленовом. Этот чехол идет также на змейке, вот здесь. Если что, его можно также подарить. Он, считаю, уже идет в такой приятной, удобной упаковке с ручками. Сумочка такая. Также его можно куда-то перевозить в этом чехле или просто даже хранить. Очень все герметично, нигде, ни с каких сторон ничего не пропускает. Он не запылится в этом чехле и не забьется влагой. Вот такое одеяло скоро поедет в Георгию. А для нас с мамулей, мы заказали тоже подарочки. Лапочка, это тебе. Открывай.
мамуля заказала себе платье в Васильке. Мы его увидели, когда на сайте, просто обалдели. Оно такое красивое, у него такой классный, такой желто-горчичный цвет. Слушай, ну тебе идет, мне кажется, вообще. Прям я смотрю, это твой цвет. Интересно, как он будет смотреться. Давайте мы его примерим и покажем, как она смотрится на маме. Мамулечка, прошу. Ты и так красивая всегда в этом платье, и вообще прям яркая, прям горишь. Туника у нас это идет 58 размера. Стоимость этой туники всего лишь 789 рублей. Ну, 800 округлим, 789. Выглядит очень даже как хорошее, неплохое платье. Смотрим дальше. Та-дам! Смотрите, какая блестящая штука. Сейчас посмотрим. Что это? Какая мягенькая. Обалдеть. Смотрите. Я заказала наволочки на подушки. Такие, которые у меня декоративные подушки, лежат на диване просто вот для красоты. Ткань плюш-велюр. Такой вот леопардовый принт золотой. Размер этой наволочки 45 на 45. Идут эти наволочки на молнии. Смотрите. Цвет бежевый, золотые лапки. Стоит такая наволочка 165 рублей. И вот такую заказала наволочку. Почему-то мне приглянулся вот этот вот цвет. Тоже ткань плюш-велюровый. Цвет такой чайной розы. У меня на обоях, как вы помните, цветы. Они примерно в таком же оттенке. Я думаю, что вот эта наволочка подойдет прямо под них. Очень приятная. Попробуй, мам. Класс, да? Мягкая. Вообще, как какой-то вот котик такой прям. Хочется трогать и трогать. Класс. Такие у меня теперь две красивые наволочки. Мне кажется, они вместе очень даже неплохо сочетаются. Заказала я в этот раз себе тоже подарочек. Обновочка у меня вот такая вот. Ой. Это домашняя пижамка с вот такими красивыми ленивцами. Такой красивый бежевый базовый тон. Здесь идет маечка и штаны. Сейчас я покажу вам, как все это выглядит. Смотрите, какие веселенькие, забавные ленивчики. Мам, потрогай, это хлопок же? Хлопок. Да. Очень такой прям, здесь стопроцентный хлопок. Василек только стопроцентный хлопок изготавливает. У него все вещи стопроцентный хлопок. Костюм этот мой идет 44 размера. Я взяла побольше, чтобы он был комфортный, свободный. Знаете, все-таки это для дома вещь. Она не должна быть в обтяжку.
Пойду примерю и покажу вам, как он будет на мне сидеть. Обалденный костюмчик, очень приятный к телу, просто его вот не ощущаешь, и тело, кажется, в нем прям даже дышит. Класс, я тоже довольна, как обычно. Василек Форева. Покажу вам, что я еще заказала в магазине Василек. Заказала я вот такие носочки. Это я заказала подарочек своей племяннице. С такими какими-то фруктами, авокадо, киви. Любит, чтобы ей дарили в зеленых тонах. Вот такой у нас прям набор с зелеными авокадами. Надеюсь, ей понравится. Заказала я еще носочки уже для себя. Я фанат белого цвета. Здесь тоже идет 5 пар носков. Такая полоска, имитация под Гуччи. Это тоже 100% хлопок. Они довольно-таки эластичные. Заказала я еще один небольшой подарок своим племяшкам. Вот такие вот маечки. Мам, потрогай, это хлопок. Я прям на ощупь чувствую, она наинежнейшая. Угу. Просто. Это на киру. Ей сейчас уже 3 года. Думаю, ей будет как раз. Здесь размерный ряд написано, что на 4 года идет. Там, кстати, на сайте, в магазине, вот эти вот маечки, они шли разных размеров. Их можно выбрать на более младший возраст и на более старший. Вот в таких же расцветочках с таким принтом. Кстати, ценник на нее очень даже приятный. Качество отменное просто. И вот эта маечка тоже моему племяннику Георгию. Вот такая. С имитацией под двойную футболочку. Типа там снизу еще вот такая вот белая идет. Я такое люблю. Выбирала под свой вкус. Не знаю, надеюсь, ему понравится. Здесь размер идет 7 на рост 122 сантиметра. Состав 100% хлопок, цвет графитовый. Здесь такой идет кармашек, в него можно будет что-то положить. Я думаю, ему она должна понравиться. Сзади однотонный серый цвет.
осталась у нас еще одна покупочка. Мамочка, это костюмчик я заказала тебе в подарок. Угу. Распаковывай. Спасибо. Еще лучше, чем на фото, вообще обалденный костюм, свитер такой, прям Бёрбери. Обалдеть, мам, он просто супер. Это я выбирала, честно скажу сразу. Просто супер. Слушай, вот эти вот костюмы, вот это не худи, худи. Да, это худи. Вообще, это же сейчас самое модное. Прям класс. И вот такие вот штанишки. Они идут вроде как бирюза или изумруд какой-то. Мам, что это за цвет? Такой глубокий синий или бирюза даже. Какой-то цвет морской волны. Какой-то цвет, да, морской волны. Что ж, на этом наше видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось, кому-то даже было полезным. Если вам понравились наши обновочки и вы хотите себе заказать подобное что-то, обязательно переходите по ссылочке, которую я оставлю в инфобоксе под этим видео, в магазин Василек и выбирайте. Там очень-очень огромный выбор текстиля для дома. Все товары отличнейшего качества, 100% хлопок. Там можно выбрать не только одежду, комплекты постельного белья, полотенца, кухонные, ванные, банные, халаты для себя, детей, мужчин, любимых ваших. Что угодно. Огромный выбор. Мамулечка, ты довольна? Очень довольна. Мы очень довольны. Посылочка Василек нас очень порадовала. Спасибо огромное. И мы на этом с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.